Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня попытаемся присоединиться к одному моему другу, который сейчас играет в Left 4 Dead. Посмотрим. Если все будет так, как надо. Неожиданно. Я четвертый человек в этой компании. Как все непривычно-то. Непривычно, потому что на Shift ты не бежишь, а успокаиваешься. Наоборот. Нету возможности прицела. То есть тебе нужно как-то вот так вот по Counter-Strike-овской стрелять, чтобы все это произошло. Перезаряжаю. Ой, я уже отвык от всего. Я, по-моему, перенастроил клавиши. Перезаряжаю. Да, очень хочется побежать на... Не надо меня бить. То, что нельзя обозначать. Кто у нас там? Может, мне что-то писали? А я не заметил. Представь, что это бетонная река, Элис. Сейчас посмотрим. Ладно, не важно. Не важно, пойдем дальше. Все. Самолет, мама, самолет. Эта вода выглядит как-то неестественно. Вот и поговорим сейчас. Так, где это у нас? Блин. Блин. Где что? Немножко не... Добрейшего. Алло. Настройки. Вот так вот непривычно очень говорить через. Приветствую. Привет. Ура, наконец-то звук. Я как-то не... все через Discord привык разговаривать. А... Алло. А сейчас. Сейчас я вернусь. Да. Вы здесь? Вова, а ты там присоединщик там? Да. Димка, ты тут или что? Я тут, вы меня слышите? А, что-то он молчит. Ну, он как бы в чате, но молчит. Так. Зрительно. Так, устройство голосового входа. Вот так вот, наверное. Алло, раз, Потенько, два. Да. Раз, раз. Алло. Здорово. 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 Раз, два. Здорово. Так, все, супер. Че это вы в Left 4 Dead решили сыграть? Вспомнить. Старое доброе. Поможешь такое, нам да. тут? А че вы, разве что? А? Говорит. Yes. Блин, что-то их тут много. Ааа! Лежим тут с Артуром!
Так. Блять, сейчас мы вас будем поднимать, подожди. Сзади, не... На звук ориентируйтесь. Да, я его завалил. Да, все, поднимаем. Спасибо. Спасибо. Так, теперь надо вам полечиться. Какая сложность вообще? А, обычная, нормальная. Ага. Нормально, да. Супер. Нормально. Как дела? Нормально. Самая высокая для нас это нормально. Здесь есть оружие. Бита. Выбор чемпиона. А тут оружие тоже есть, снайперка. Если кому интересно. Тут, не, блин, она тупая, с ней вообще неэффективно. А там патронов не было где-то, нет? А, да, аму есть? Не видел. Она... Так. Блин, тут прибежали. Давайте наверх уже. Перезаряжаю. Все наверх. Вот, патроны. Патроны наверху. Наверху, на втором этаже, поднимайтесь. Так, Кири, ты там справишься? Охренеть, нет. Кири. Помогайте. А, блин, можете. Бумер меня... Ну засрал, господи. А, я никого не вижу вообще, блин. Ой. Я завалил бумера. Короче, давайте это самое. Бля, у меня патроны закончились, там мне нужны момент. Так там дальше патроны, говорю. Да, вон там вот. Патроны есть. Блин, хантер, люди, вы что, не видите хантера, что ли? Хантер, люди! Дес нафиг. Когда-нибудь играли до этого, что ли? Нет? Да, нет, нет. Да? Играли когда-нибудь до этого? Да. Ой, не видно, что ли? Я-то смотрю, они последним дополнением добавили оружие из Counter-Strike. Тут АВП-шечка, по-моему, валяется. Ну, нам не до снайперок. Они что, все еще обновления для нее выпускают? Сколько лет уже? Ну, как тебе сказать, это не то чтобы обновления. Ну да, они там фанатскую одну карту добавили, Last Stand или что-то такое. Вот, вау, и вместе с ней добавили всякого этого самого. Вова, полечись. А, точно, полечиться, так а у меня нечем лечиться, как бы. А, да. Таблетки у тебя есть. Че, вы мне нормально лечилку не можете дать? Сейчас. Так. Не, подожди, а как тебя лечить, ёкарный брат? Правой кнопкой мышь, правой. А ты, по-моему, это... А, я понял. Я себя переназначил на F-ку. Удар. Да. Дополнительный левый. Перчипенный. Да, выключите фонарик, без фонарика чисто полная темнота. Это хардкор мод. Так. Что, хочешь без фонарика? Я без него и шага не сделаю. Ну а чё, нормально, можно... Ой, блин, как так-то? Вообще с потолка меняешь. Меняй это самое. По языку там стреляйте. Вот тут сзади сколько. Охренеть, тут, блин, с потолка прыгают, ебануться, блин. Я в шоке, а я лежу еще, ёхайды. Пипец. А, это та дырка, из которой мы прыгали. Да. Охренеть, а я вообще не подумал, что оттуда еще кто-то подпрыгнет. Капец, блин, меня только что лечили нафиг. Да за... Чё вы нервничаете так? Вон аптечечка. А чё делать? Зомбаки, блин, тут везде. Вон у тебя полно здоровья. Вон почти полный пул. Пойдёмте, нефиг тут. Дольше стоишь, дольше ждёшь... Перезаряжается этот волна. Есть тут что-нибудь, не? Не, ничего нет. Тут есть что-то, вот шотган. Не. О, я возьму. Йо, крутой шотган. Дробовичок для меня. Да, хорош. Ты не хочешь шотган? Бенелли. Аутошотган. Блин, а у меня амму нет. Лучше бы аптечка. Амма есть где-то? Так возьми другое просто оружие и все другое. Ну ладно. Просто М-ка крутая или что-то похоже на М-ку.
Так, не тупим, прикрываем друг другу попы. Я тут на своем Discord сервере, ну как на своем, на этом копе. Аптечки нашел, аптечки нашел. О, сюда, это топ. Бля. Ну и мерзость. Что тут есть что-то? Нет, ничего. А, меня побили. Помогите, помогите! Давайте, прикрывайте, ребята. Меня отбивает. Ну там сзади лоер. Так, что-то Кири, Кири, хпшку надо? Ну, у меня таблетки есть. Пока пойдем. Ой, блин, мне самому нужна хпшка. Здесь есть оружие. О, прикольно. Ладно, или еще подождем. Так ты что там один без нас? В смысле? Да вы тупите что-то. Ой-ой-ой. Бежать надо. За этот забор. Сюда, сюда, ко мне. А. Ко мне, вот тут дырка. Да, да, а, точно, точно. Блин, вот тут мы умерли. Мы не смогли остановить эту херню. Какую херню? Там в конце какую-то херню надо было остановить, мы не смогли. Это-то... Блин, а, да ладно! Помогите! А что с тобой случилось? Ну в смысле? Эту тварь себя держит. А чего вы друг друга не прикрываете? По парам разбились и ходим. Это ж классика этого геймдизайна, да вот этого кооперативного. А, я тут просто лежу, я тут лежу. А, ну, тебя надо поднять. Тут же специально 4 человека. На 2 делится очень хорошо. Так а что ты один бегаешь? Ну а чё вы тупите, блин, тут... Чё здесь на одном месте стоять-то? Давай, Вова, жду тебя. Гоняй. Я тут, Кири, давай, давай. Ну всё, бежим на эту херню, да? Так, вот эту... Всё, запускаем, надо... да, понеслась. И сейчас дверка открывается? И, открывается? Внимание, дверка открывается. Ну, зомби... открывайся. А, зомби вот набегает. Она есть. Её нужно остановить. Побежали, побежали, побежали. А, вниз, бля, вниз. Да, давай обратно, обратно, наверх. Блин. Давайте я сзади прикрываю. Чё-то я давно не играл-то. Я прикрываю сзади. Там очень непривычно, что нельзя поцелиться. Что с тобой? Я подвис. Да, подвис чуть. Чё вы там? В смысле подвис? Ой, блин, 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 меня сбили. А, черт побери, подстрелите его, лоер. Я бегу, бегу. Лоер, 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 блин. А, вот вижу, давай, вижу. Да. На звук. Я не могу даже быстро идти. Ну, иди медленно. Ну я медленно иду. Все, подстрелил. Так не того. Так, вы люди вообще где? Что вы там делаете внизу? А что нам внизу надо быть? Да меня сбило, сбило просто меня. Ну, убейте. Так, я поднимаю, отбивайся. Все, побежали обратно, куда там надо было. Мне кажется, тут нужно... Вот, лестница, оружие. Лестница, лестница, здесь. Ко мне мне лестница. Или оружием нужно ходить тут. Не обязательно. Да, да, тут есть лестница. Этот с топориком вообще всех нафиг ложит. Ой, побежали дальше. Да-да-да. Мы так. Живы, живы. Так, я подлечусь. Давайте, не стойте на одном месте, идите вперед. Да-да-да-да-да. Тут когда это... А, тут да. Пошел скрипт, как бы не надо. О, я сделал все, что мог, давайте. Давайте, давайте. Давай, Кирилл, мы за тебя отомстим. Отомстите. Патроны.
Где патроны, блин? Кто от меня прыгнул тут? Бежал. Вова, бросай меня, я поднимаю, я поднимаю, я поднимаю. Блин, ребята. Нормально. А чё, как где-то, ты? Чё-то... Патроны. О, патроны. Если кому-то надо. Да, мне надо. Бежим дальше. А куда бежать? Да по стрелочке вот. Вперед, человека забыли. А, фак, меня этот безумный меня взял. Нет, я умер, нет. Да ты не умер. О боже, меня растерзывают. Помогите. Так, чё, плюс 8 у меня. Я жив. Я жив. Нет, я умер. Блин, зря бежал. Давайте, живите вдвоем. Вы рядом? Так, сейчас мне надо запрыгнуть-то надо. Давай, подними, Артур, блин, давай. Я почти рядом. Бля, ты почти добежал до конца, фак. Давай, живи. Да пусть бегут, неуклюже. Сейчас. Походу, ты сдох. Походу, да ты что сдох. Ж... Что ж вы творите, люди? Вся надежда на тебя. Ну, почти, да. Только на меня напрыгнул. На спине такой. Ты популярен, походу, у всех. Это конец. Так, что там, средний? Средний, ясно. Не, ну ниже точно не надо. Вроде нормально. Почти сделали это. Ну что, еще одна попытка? Давайте. Надо. Короче, надо. Блин, не это самое, не разбегаемся, смотрим на друг друга, что с товарищами творится. И да. Если уходим, то уходим по парам. Все дела. Да. И по этой херне, когда бежим, типа, спереди два и сзади два, типа, и прикрываем друг друга. Да, по этой херне тупо не стреляем и бежим, потому что это момент, когда, ну, скрип срабатывает, и он не остановится, пока вы не остановите эту сирену. Ну, да. Еще было бы неплохо кто-то, типа, с этим, ну, с ближним оружием. С одной стороны с ближним оружием бежим, и с другой. Ну да, тоже вариант. Дробовик. Да блин. Не стреляй в меня. О, тут ведьма, что ли? Ведьму не трогаем. А вот громил убивайте. Да блин, капец, он просто всех раскидал нахрен. Черт побери, а меня. Как не трогать? Как ведьму не... А, ведьму лучше не трогать, да? Выключаем на нее не светим фонариком и на корточках. Мы ее убивали. Нормально было. Не, ну это тоже можно, но зачем? Зачем лезть на рожон? О. Да, не дергайся. В смысле, не дергайся, все, надо валить ее. Ну да. Валим, давайте быстрее. Все, завалили. А, теперь валите этого гопника. Все, готово. О, ломик кому нужен? Может, кому-то надо... А, Кири, ты где? Ломик тут, здесь есть. Тут. Здесь есть Фомка. А ломик, наверное, классно будет. Ну, я топор не поменяю. В порядке. А здесь что-то есть интересное? А что там по ХП? Нужно подлечить тебя, Кири? Ну давай. Можешь таблетки мне дать. Да давай подлечу. Надо было приберечь это для себя, конечно. Ну, да чёрт с ним. Так, а тут есть этот... Спасибо. Сейчас таблетки. Ага, ладно, это, наверное, в этом. ЦГФОВ. Сами пусть передохнут. В том числе. Эй! Так.
Так, аптечечка. Здесь есть аптечка. Много аптечки? Влан, бери. Давай я тебя полечу. Кому там? Кого полечить? Или на потом можно оставить. Блин, слушайте, люди, тут надо сначала завалить всех. Ай. Так, все? Значит... Бля, что-то я такой жести не помню, чтобы здесь было в этом месте. Так, ладно. Зажали нас. Да, что-то они... Давай, Лен, хп. Давай полечим. О, бензопила есть. Вова, давай, меня кто... давай. Ага, спасибо. Бензопила. Лучший друг человека. Дружба. Так, Артур, давай, все, погнали. Так все, что, бежим дальше сразу или как? Да, да, что мы тупим-то? Ну, в смысле, что здесь искать-то? Кто-то там идет, курильщица, походу. Тут патроны были, а или нет? Не было? Ладно. Нет, это меняется, это рандомизированное. Да, во! Так. Блин! Не, что-то... подкручен уровень жести. А, блядь. О! Спасибо. Давай, эксплозив, фэмо. Забирай. Кажется, я что-то себе прилетел. Ой. Пушки. Так, собираем, собираем. Пульки. Идем. А пульки еще никто не собрал. Я. Блин, а чё у тебя ХП нет? Ну, вот так. Так получилось. Да, селяви, селя вас. Граната пошла. Ну чё, прыгаем, нет? Не-не-не-не. Это уже действительно больно. Туда? Туда надо было, да? Или что? Ну, я по-разному можно, но это тут, самый безопасный. Тут тоже можно. Ну, смотрим. Тут самый безопасный. Ну, пойдемте вниз. Только мне кажется, что мы все равно нет. Немножко не туда приперлись, нет? Да нет, туда, просто тут самое безопасное, тут никого нет. Ой, танк. Что ж ты бежал? Ааа, давай танк, завалить его! Гребаные клоуны. Я тебя поднимаю. В этот раз помогу, но спасибо. Стать для тебя последним. Ну, что-то пока не так уж и ужасно, как в прошлый раз. А, блин! Спасибо. А, патроны? В смысле, умирают? Нет у меня патронов, в смысле. Куда ты убегаешь? Ты же там вообще мертв. Ну, а чё вы там это самое стоите там? Господи, чё вы стоите? Ты в туалет торопишься. Ну, понимаете, здесь же и директор, режиссер, он... Он не ждет, он как бы, пока вы там тупите, он продумывает новые планы, как вас покромсать. Вот оружие. Вот чем фишка. Оружие. А, блин, хп-шки нет. Да, у меня серая зона. Улица. Если кому-то интересно. Фу, да. Ой. Отходим. Горячо. Ход. Заберите меня отсюда. Ну, по крайней мере, зомби не лезут. В огоньке чилит, лежит. Шашлыки заказывали. Артур, ты, мне кажется, до этого был белее. Бля, что у нас всех с хп? Мы не дойдем до карусели. А там было хп вот в этом домике. Хп там. Надо идти туда. Да. Срочно. Чё-то я совсем иду. Все хромают уже. Ну, я прибежал. А там есть, да? Забрал хпшку, да, пока есть. Но я ей пользуюсь, все. Я пользуюсь. О, у меня дефибриллятор есть. Ну ладно, так уже получше. Чё, у тебя больше ничего не нашел там? Фак. Хотя вперед не иди. Хорошо. А, ну пойдемся. Хпшка! Хпшку давай, лови хпшку, тут она.
С черта, но все такое медленное, что. У меня дефибриллятор был подо мной. Возьмите, оживите меня, когда это слышишь. А, блин! Да, только этого, отстрелите этого громилу. А, нет! Помогите! Ну, слушайте, у нас сейчас и аптечка есть, и дефибриллятор там был. Оживите меня, пожалуйста. Да-да-да-да. Так. Дефибриллятором, да? Ты спасаешь? Да. О, ура, я вышел. Ой, у вас и аптечечка есть, смотрите, да? Да. Вот. Да, меня подхильте. Подхильте меня, пожалуйста. Да. Я тут. Стой-ка, дай я тебя поблечу. О, да. О, ништяк. О, всё. Снайперка, нафиг лайк. Блин, патронов 13 штук. Чё-то вообще не кайфово. А, подожди, сейчас я патроны возьму. Да. Искусственный интеллект говорит, давай иди, бери их. Просто жесть, блин. Что за херня? Патроны, блин, кто-то решил. Бля, меня поймали, меня связали. Блин, меня тоже. Охренеть. Ну как, вы живы? Ну все, у всех патроны нормально. А ты нашел патроны? Да, просто пушку надо перевзять. Там же на столе лежало две. Типа либо снайперка, либо этот самый, либо автомат. А, вы там. У вас тоже патронов нет или что? Все, давайте. У меня 6 немного. Все, побежали. Давайте. Вперед. Это было, конечно, очень опасно. Опасный маневр, да. Ну, понеслась. Все. Сейчас будем включать эту адскую машинку. Ну давай. Все здесь? Задачки нам. Да. Вот они уже идут, уроды. Открыто. Да. Ну давайте, два спереди, два сзади и это ближнее оружие. Ближнее. Давай, нет, стоп. Не останавливаемся. Да. Да. Просто бежим. Да, хорошо, бежим. Пусть бегут неуклюже эти зомби. Так. По лужам. Так. Чё встали, я не понял. Нахер меня. Меня тоже тащил этот лизун. Ах ты ж, блин. Давай, я бежу. Я подвисал, я ещё снизу избиваю. Всё, давай, Кирилл. Да, я пытаюсь. Я тебя не понесу. Так, Артур, ты встанешь сам? Ты не встанешь сам, да? Идем. Там что, умер что ли? Артур! Да. Да, вставай. Да, блядь, тут громила, ну, блин. Громила, пиздец. Что с тобой опять? Охренеть, просто пиздец какой-то. Этот режиссер не хочет нашей, блин, жизни. Ну, просто... Да нормально же, блин. А, помогите, люди, помогите, я тут, ну! Охренеть! Блин, там достигали. Я умер. А куда ты бегун? Бля, может быть, ты бегун, я не знаю, где ее подлечать. А вы случайно взяли карту? Ты такой, бежишь за тобой, что там 40 человек. А, блядь, нет. А, вот меня так же повесил. Ладно, я предлагаю на изи пройти хотя бы. Давай. Тут что-то как-то уже конец дня. А, можно поменять уровень? Попытайся. Ты вроде хост. Не я, Артур. Я не знаю, мне, наверное, по новому надо начать игру, не? А нет, там нельзя какие-то настройки, не? Голосование, может, какое? Сейчас мы параметры, видео, аудио, клавиши, сетевой режим. Steam Cloud. Call a vote, нет? Третье. Change difficulty, я нашел. Easy. Ты нашел, давайте. Да? Вон, нажимайте. Вот должно быть. А подожди. Как сейчас не перепутать клавишу?
Ну ладно, черт с вами. В смысле, зомби. Так, все, погнали. Так, это все? Уже поменялось или рестарт? Легко, да, все, пошли. Ну да, сейчас они такие меньше реагируют. А чё стоим? Это твоя. Я все, готов. Я просто там за что-то начал тормозить. Ой, куда нам? Я после вермитида не могу. Ах ты ж хантер, а? Там еще два. Ты что, совсем спятил? Где? Да, да. Воздуховой. О. Здесь где-то бродит плевальщица. О, я какой-то шорткат нашел. Забавно. Да, мы же там раньше ходили, кстати. Давайте, да, давайте, да. Ходим. Так, 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 вы тут все. Давай, Киря, Киря, сбежали, сбежали. Это она, это она? Я ее взял. Если кому-то интересно, там еще был этот самый винтовочка, во-первых. Да, во-вторых, Фомочка. Осторожно. Ох, нифига себе. Да ёха, это всех просто. Да, я вниз бросил даже. Так, это... Давайте, собираемся вместе. Давайте все покашляем вместе. Так, что-то увидите, давайте. Есть там кто-нибудь, нет? Ну, винтовка есть какая-то. Ладно, пошли дальше. Вниз, в дыру. А кто там тут? Да, сейчас нифига нету тут. Можно спокойно идти. Походу. О, понеслась какая-то. Вот сзади, сзади, сзади. Впереди тоже будет. Интересно. Смотри спереди. Да, зомби вялые на уровне, легко. Ну, зато пройдем. Тут же такое, как-то уже долго этот левел. О, танк. Не надо, не надо со мной. Да сколько их можно, а? По-моему, они с апдейтом немножко увеличили сложность для хардкорщиков, которые остались в игре. Типа, вместо того, чтобы добавить новый уровень сложности, они просто увеличили то, что было. Ну, я предполагаю сейчас, я не знаю. Но забавно. Прикольная эта контрстракерская механика прицеливания.
А хпшку не забыли? Ни хрена себе, это что за прикол? А, теперь тут таблетки. А, ну потому что у нас у всех есть все. Поэтому. Ну, она по рандому все дает. Есть, кстати, эти огненные боеприпасы из Султана. Ну, конечно, тащи их. Лейзер сайт. О, прикольная штука, надо брать. Ну да, вот тут еще есть. А где? А, в этом, в фургоне. Блядь. Так. А жив? Нового. Да. Ой, фак. Вот фургоне, фургоне. Вижу. Ой, винтовочка. А у меня, блин, патроны закончились. Так возьми какую-нибудь другую винтовку. Вон там как раз еще одна. Да, вот нашел, да. Ну, прикольно. Так похилю тебя, Артур, давай. Я еще Артур, стой. Вот оружие. Стою. А. Вот и я про то же. Да. Да. Такой. Не, ну сейчас мы точно это пройдем. Ну, в любом случае, ощущается какой-то олдовый хардкор. Я нажимаю кнопку. Да, готово? Да. Я запутался. Да понеслась уже, нечего тут. Чё сидеть зазря? А, опять этот козёл! Ещё раз козёл. А, всё-таки поймал меня. Не уходи далеко от коллектива, не отрывайся. Охренеть, как их тут много, всё, блин. Вас ждёт моя пила. Артур, давай с тобой тут, наверху. Давай, Влад, уже. Я иду. Блядь, пиздец, как много. Нормально. Они, может, и тупые, но их столько же много, как и на том уровне. Нормально. Тут всё, фишка не в том, чтобы всех убить, тут пройти надо. Ну да. Да, нормально. Так, стоять. Остановочка. А что остановочка? Почему? Потому что здесь жижа, все, побежали дальше. А, окей, понял. Так, у меня закончилась пила. Вперед, бежи, беги. А, у меня 20 хп еще, вот проблемка. Не останавливайся, беги. Все, я таблеточки выполнил. У меня просто медленная скорость. Охотник. Спасибо. Мы должны выключить эту сирену. Давайте уже. Нет, они просто со всех сторон оттуда вот убежали. Да, блядь. Нормально. Держимся. Патроны есть, нормально. Бежим. Сюда, все сюда. Да, бежим. Ну вы не бежите, ни хрена. Бежим. Так, Артур, побежали. Давай, бежим. Блин. Пошел нахрен. Все, вниз. Патроны или что-то такое? Патроны, да. Да ну нахрен их. Я побежал дальше. Побежали дальше. Ну, блин, не отрывайся от коллектива. Ну или, по крайней мере, прикрывай. Ну, вроде безопасно. Пока безопасно, никого тут нету. Давайте, побежали. Да. А, меня затащили. Да блин, перезарядка не вовремя. Все, давай. Так, надо помочь. Ёкарный бабай. Или хрен с ним, я побегу дальше. Куда? Вова не помогает. Вова бежит дальше. Ну, Артур там тоже, блин. Артур побежал дальше, блин, впервые меня нафиг. Артур, ты где там, жив? Тут! Блин, Артур, что ты молчишь? Я лежу, да. А, все, пиздец, я не могу тебя, блин, поднять. Так. Я тут, блин... Да, чё. Давай, убивай их. Я поднимаю. Я поднимаю. А, кто-то другой поднимает? Так, кого-то подлечить надо. Давайте выйдем из этого грёбаного туннеля. Чёрного.
Ааа, вы умрите, умрите, умрите. Их дохренища, нам нужно двигаться дальше, люди. Ой, а пистолет, паха, нахрен. А ты где? Где потерялся? Да забейте на меня, сделайте это, остановите это, все, давайте. Я тут Артур, просто лежу. Идем дальше. Да меня бы повалили только что. Ну ладно, в принципе, у меня 240, можете меня еще поднять, если хотите. У меня 240, я доплыву. Ой, блин. Ну что, ты там можешь выключить эту штуку или нет? Вставай, сейчас же. Deactivate. Да блин, меня сейчас поймает какой-нибудь спешил. Кири, подойди ко мне пока. Так, блин. Меня тоже поднимите все-таки на всякий случай. И все. А где ты лежишь? Я лежу в, ну там, вообще безопасное место, 150. У меня 150 хп. Сзади лежу. Пиздец, здесь просто мясо. Люди, тут никого нету, подавайте меня. Давайте вперед идите. Алоэр. Давай, отбивайся. Так, Артур, давай, не иди вперед, иди с нами. Ты сможешь перетерпеть бой? Спасибо. Куда идти к вам? Где вы вообще? Да-да-да, вот все. Я не сильно, конечно, помогу, у меня только 4 патрона. Так, вторичное оружие бесконечное. Все, вторая. Да? Да. А, окей, хорошо, тогда супер, тогда помогу. Вон автомат еще есть. Отбирай. От тех, кто остался. Надеюсь, я дойду до него. Ну. Я взял автомат, я взял, все круто будет. Не, мы это сделаем. Так, Артур, все в порядке? Да. Все. Вы выключили ее? Выключили? Выключил? Выключил, все. Пойдемте дальше. Круто. Значит, мы сейчас сможем где-то кирю найти, да? Возможно. Патроны. У меня один хп, блин, люди! Меня завалили. Хантер, грёбаный, блин. Все бежали вместе. Патрона. Все, дальше. Вон безопасная комната уже, все. Убежище там. Yeah! Мы это сделали. Ищи с Кири. Фуке. У меня просто 23 хп. Ага. Да. Ну вот, долго пытался собрать людей или что-нибудь в этом роде на сессию в Left 4 Dead, а тут вы выпрыгнули. Так, обычно все в GTFO какой-нибудь там собирались, я ж... Или там, что сейчас популярное? Killing Floor 2. Ну что, классно поиграли? Да. А что, все? Вы не будете доходить до конца? Ну я не знаю. Ну, я не знаю, можно, в принципе, еще поиграть, вы как? Вон там еще аптечки, кстати, лечитесь. Рот, вы как? Кира, Артур? Устали? Ну так, если еще, может быть, одну можно сыграть, но, в принципе, я, наверное, последнюю тогда. Ну давай, если сейчас за первый раз пройдем, то пройдем. Если нет, то все. Ну, в принципе, у нас легкий уровень сейчас. Давай. На это и расчет. Ну да. Понеслась. Что бы взять? А ты, извините, можно я схожу просто себе долил чай, вы через минуту буду назад. Давайте, да. Ладно, сейчас давай. Тогда никто ничего не открывает тогда. Угу. Ой, я просто через дверьку буду их валить. Пэм! Так. Так.
Что там за Дискорд? А это мой сервер, на котором я все эти кооперативчики людей собираю. Я тебя приглашал как-то, ты не оценил поначалу. Доски можно валить. Ага, прикольно, да? А, ну было где-то? О. Угу. Ну что? А, чайку, да? А вы со скольки играете? Ух, сколько зуб. А, не знаю, с 10, наверное, нет. Сейчас скажу. Может, я что ебнулся? Полдесятого. О, достаточно много, да. Окей. Тогда понятно, почему вы хотите уже прекращать. Не, ну, я прекращать хочу, наверное, потому что, как бы, завтра рабочий день вроде бы, нет? Правда. Все правда. Все правда. Ну что, погнали? Давайте. Давайте. Погнали. Эй, осторожно! Ты взял этот лазер? Ась? Лазер где взял? Так подожди, в прошлой миссии. А, круто, сохранил. Да. Я не смог сохранить. Надо перезарядиться. Так, куда-то надо идти, а куда непонятно. А может, да, сюда? Я думал, ты знаешь, мы так сюда. По-моему, сюда как раз таки, да. Это меня тянет во всякие темные места. Что там у нас творится? Только что выстрелил в меня. А Кирилл, Артур. Эй, мы там с чего остановились? Меня тут жокей подловил. Ща. Так, я иду. А подожди. Понятно. Так, ты вот тут. А где хп-шка? Что? Хотел адреналин дать Кире, я дал себе. Бывает. Кире, ты где там? Мы его потеряли. Кире! Кто-то там кашляет. Это все из-за того, что адреналин мне там удал, Артур. Так, сори, я отходил. Что я здесь? Там АФК всякая такая фигня. Блять, когда вот дойти надо. А, вот сюда мы шли, да? Давай, да. Не разделяемся. О, бита, кому нужна. Да ну ее нафиг. Бита? О, ведьма где-то ноет. Окей. Вы видите? Вот это она. Нет, нет. Надо фонарики выключить. Ну. Я выключил, я хожу медленно. Нена? Ну, то есть выстрел ее не беспокоит, да? Вон она. Ой, здесь вот осторожного. Она прям на входе. Окей, ну да, я. Вот. Я надеюсь, тут никого не будет, чтобы в кого-то стрелять. Граната есть. Идите, возьмите. О, гранат. Хочу гранату. Может, в нее кинуть?
Я молотов могу кинуть в нее. Ой, надо прям пройти мимо нее? Ага. А кто это? Да ладно, она мне кажется хотела нас убить. Она еще ничего не сделала, она. Да ладно, она встала. Она мне кажется сидела, а потом она встала. Она только в мою сторону дернулась, ничего больше. Не надо путать. Мысли и действия. Идем дальше. Молоко, дальше, это дальше, дальше, дальше. Панки убивают заложников, потому что они пошевелились якобы. Да. Так, что такое? Так. О, животное, охренеть, смотрите. Не съеденное, да? А, не съеденное. О, много, много их, прикольно. Так, что у нас тут? Так. Дверь скорее. Чё одна? Лучше, в смысле? Так, что? народ, идём. О, хпшка, люди, хпшка. Ага, приятно это все, да? Давай, я прошу. Патроны кому нужны? Что там? Патроны. Ну, все оружие только новое или? Так, подожди, ну, Димка, давай я тебя подлечу, или кто там? Димка, давай. Давай. Сейчас керри тебя лечу. Спасибо. Так, оружие. Где патроны? Патронов нету. Только можно заменить оружие. О, мне надо заменять тогда. Hunting rifle и sniper rifle. Мы можем пройти по крыше. О, катана тут есть. Возьму кана. Катана тема. А, ну ладно, катана, могу отдать. Ну, смотри. Давай. Пойдем. Все, пошли. Так. О, толстяк, блин, такой. Такой ловкий поднялся прям по стене. Так жердяй такой. Все, ты тоже залез. О, прикол. Крыша. Кирилл. По этим самым. По. Ну, говоришь, Артур? Нет, говорю, просто толстяк доказывает, что прыгание по крышам тебя худо не сделает. О, тут этот. Блин, тут. Давай, поднимайся. Да, давай на крышу залезай. Да, бегу назад. Адвокат! У меня скинул просто. Так, что тут у нас? Кирилл, тебе не нужны там таблетки хотя бы? Ну пока нет, пока нормально. А, что-то я... Готовы. А вот мне бы поменять оружие или... О, по... сзади там идут, кстати, нафига. Давайте, пойдемте вниз уже, нечего там. Да, хорошо. Тут, кстати, коктейль Молотова есть. Вот за трейлером. Ой, я взял, да. Еще бегут много. Ну все, у меня патронов нету. Это, кстати, последняя карта. Тут рок-концерт. Надо вызвать и выжить. Чтобы выжить. А, круто. О, патрончики нашел. ХПшка вроде. Ну и выжить до прибытия вертолета. Так, ладно, я воспользуюсь ХПшкой. Погодите секунду. Давай. Ну что, готовы? Окей, потом нам куда? Ну, через эти. О, там кто-то и здесь. Так, походу все тут. Блин, все кнопки забыл уже. Ой-ой.
походу здесь надо прожить немножко. Во, ворота открыты. Побежали. Давай, Кирилл, сейчас помогу. Да. Артур, тебе нужна хпшка. У меня есть. Нам вперед надо бежать. Нужен огнемет. Типа того. А хпшка нет? Ладно, может не сейчас. Тут комната скоро должна быть. Артур, хпшка был брать, нет? Или потом? Ладно, будем надеяться, что ты будешь еще жить. Блин, ребята, не отставайте. Меня тут зажали. Да, да, да. Они какие-то злые. Это... Да и ладно, мне... ладно. Хантер грёбаный, бля. Это злые рокеры, играющие в видеоигры. Поэтому они такие жестокие. Куда идти-то надо? Внутрь? Да, да, да. Вон комната. Убежище. Ой-ой-ой, там это... Ой, танк, 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 танк. Давай, иди сюда и закрывай. Так, помогите, 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 помогите. Танк, 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 танк. Бля, меня надо поднять. А подниму. Спасибо. Аптечка. Ой, ты хорошо. Все. Фух. Последняя миссия сейчас будет. Давайте. Раз так пошло уже хорошо. Да-да-да. Не, ну это все. Нашли правильную эту самую сложность, да? Ничего, мы прокачаемся на этой сложности, потом будет все нормально играть. Лечилки, аптечки. Да-да-да-да-да-да, вот тут, вот тут, вот тут. Да, кстати, у меня один хп сейчас. Вон, бери. Еще одна, еще одна. А, мы потеряли человека. А? Че за дела? Ирия, бери аптечку. Да-да, я грузилась. Да. А, логично, как бы, почему у тебя грузится? Ты же, блин, не тут, как бы. А ты где? Нет, вообще не логично. А? А где ты? В Амстере. А. Ну, у кого-то тут, да, разительная разница. У меня. Да вроде пинг хороший у тебя, Кирилл. А да, у меня, был? Да, долгая история, у меня старые ноты, в нем внешнее, там, Wi-Fi, короче, внешне, потому что внутрь не умер, и он подлагивает иногда. А, окей, бывает. Shit happens. Ну все, рок-н-ролл. Smitty Ox, My Midnight Riders. Интересно. А в туалетах ничего нет? Не, ничего, ничего. В туалетах можем быть мы, если О! Громилу, стреляйте в него, блин. Ну да, вот все. Any ideas on how to start the finale? Финалы. Как начать концерт, спрашиваю. Вот, а сейчас. Концертная площадочка. Ну что? Stage Lightning надо включить. Я бы сказал, что пока на... Гитара есть. О, оружие. Ну, в смысле, патроны. И... Ладно, это не надо.
Я беру гитару. Ну, я пойду включу. Это у нас на самый верх идти, да? А, кстати, есть молотовы. Три молотовы и одна граната. Наверху, да? Ой. Я внизу. А, внизу пойдем сюда, надо взять. А. О, тут хпшка же. Мне включать свет? Включите огни. О, пойдемте все наверх туда. А потом там будем включать все, что нужно. О, я здесь... Кстати, подойду туда тоже наверх. Аптечечки. Да, да, хпшка тут. Тут хпшка. Так, я под... Тут еще есть... бензин, да, бензин. Я взял один. Взяла дефибриллятор. О, дефибриллятор есть. И ускоренное здоровье. Ну, в смысле эти. Адреналины. Беру концерты сегодня в учетках. Сейчас я включусь, и можно начинать. Ну что? Так, хпшки не все взяли, вы чё? А, да, я взял. А ну, взяли всем хпшки. Антибиотики. Ну, в смысле эти, так, таблетки. Димка, возьми хпшку. Я взял... А, точно, я же потратил только что. Да, все. Fireworks, окей. Так, ну, типа, нужно теперь на сцену идти. Да, ладно. То есть сейчас просто продержаться, да? А, да. Ну и там потом наверх нужно будет залезть на какую-то, на одну из этих. Я не помню, короче. В принципе, да. То есть все, конец нам, да? А вы на сцене, да? Ну пока на сцене. Что, дорогие зрители, мы рады приветствовать вас на нашем концерте. Попрошу. Хантер. Эй, зрители на сцену не пускают. Да-да, попрошу придерживаться порядка и не лезть на сцену. На меня запрыгнул мудак один. Да-да-да-да-да. Все на сцену, музыканты должны играть. Не отлынивайте от своих обязанностей. А я тут с вышки буду всех стараться валить. А, ну, кстати, тоже вариант. Блин, до меня дошли роли. Да ну нахрен, вышка скучно. А, блядь, спасили меня. Потому что кому-то что? Надо меньше курить. Хватит меня стрелять! На сцене все-таки круче. А это что такое? Нажал, да? Фейерверк. Рок-н-ролл! Ой, сзади. Какие-то очень довольные фанаты. Ой, блин, еще один. Еще один. О, танк прибежал. Вот. Где он? Кого-то подлечить надо, походу. А, не двигайся, а то я сделаю что-то. А, я подлечусь, у меня есть... Ладно, спасибо. А, да, у меня есть... Где этот Джокей? Где Джокей? Где Джокей? Где Джокей? Где Джокей? Вон там, все. Уже нету. Ой, помогите. Я кого-то тащу. Да, это меня. Там наверху, да. Раздаем автографы. А что такое? Где там? Блин, тупо тут. Мачете. Отпять он. Это ОМОН.
блин, сука. Кто-то поджарился на фейерверках. Найс. А сколько нам ждать? Хотя бы скажут, не? Ну, по-моему, раза три надо и все. Так нормально все. Ай-яй-яй, меня курильщик зацапал. Да, иди помогать. Ой, блин, а где лестница? Лестница спереди. Сейчас. Походу конец. А еще. А гитара мощное оружие. Ой, еще, а еще танк, один. Танк, блин, танк, 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 танк. А как вы обозначили его? Ни хрена себе! Пролетел прямо так вот. Это же небезопасно. Все, на вертолетик. Да блин, как до него добежать? А-а-а! Вот сюда. Давай, Артур! Где ты? Да, я пытаюсь. А, это все не так легко. Ну, походу тебя оставили. Блин! Вот. А, Киря! Что, так все получилось, не? Мы тебя оставили. Спи спокойно, Кирилл. Да. Прикольно. Прикольно. Да. Ну, хорошо. Ну что, ладно, экзит тогда. Спасибо за игру. Давайте потом еще повторим. Угу. Все, спасибо. Давайте, до связи. Спасибо. Кто тут еще читает статистику? Я еще читаю. Пострадало 4295 зомби. Ладно, тогда счастливо. Все, спасибо за игру. Давайте, удачно. Удачно. Так. Как тут повесить трубку-то вообще? Нет, это не то. Покинуть вот голосовой канал, да. А вот интересно придумали эти стимовщики, ладно. Да. Да. В общем, такая игра, предтеча всех кооперативных шутеров, за исключением Killing Floor. То есть, можно же сказать, что Killing Floor был создан на базе, ну, на идейной базе Counter-Strike, потому что там нужно покупать все эти
оружие при заканчивающейся волне. И точно так же Left 4 Dead был создан на базе Counter-Strike. То есть мы четко видим, что вот это вот прицеливание, которое сейчас уже не модно, сейчас через все, через правую кнопку делается прицел, он, это истинно Counter-Strike-овская механика, где ты там присаживаешься, уменьшаешь, ну там идешь, чтобы у тебя прицел был точнее. Вот. Забавно получается такое вот. Прямо игры, которые повлияли на весь геймдизайн будущего. Там, получается, это там Doom, там Wolfenstein создал Doom, Doom создал Quake, Quake создал Half-Life, Half-Life создал Counter-Strike, и Counter-Strike уже пошел ветвиться по всему этому. Ну и там где-то Unreal Tournament и всякие Quake третьи. Ну вот. Но это уже скорее в сторону мультиплеерных. Да, кстати, тут можно сказать о том, что Quake 3 и Unreal Tournament своим противостоянием создали эпоху в том числе чисто мультиплеерных проектов. Как раз таки выросла... Тогда создан был Steam на базе Half-Life 2, можно сказать так. И... Ну, то есть это не тогда, там через какой-то 2003 год, правильно? Вот. И... Но все эти мультиплеерные проекты, чисто мультиплеерные проекты, они подготовили базу, и, в общем-то, техническая база подошла к тому, чтобы делать чисто интернетные вещи. Ладно, неважно. Это такие досужие размышления об этом. В общем, Left 4 Dead, он жив, цел, орел. То есть в него абсолютно можно играть до сих пор. Конечно, он действительно выглядит устаревшим, но тем не менее можно играть в него на любой картошке. И это его достоинство. И при этом он богат на геймплейные ситуации, несмотря ни на что. То есть, если мы посмотрим компания, одна игра, и вот какая глава. Посмотрим, что у нас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. 14 официальных компаний, где-то по 4, по 6 карт. И плюс еще куча фанатских сделанных карт. То это просто Left 4 Dead живее всех живых в этом смысле. То есть контент-то в нем завались и маленькая тележка. Да. При этом есть мастерская, в которой можно там добавить внешний вид персонажем, какой ты хочешь, я уже не стал тут добавлять. Precinct 84, что это такое? Ага. Вот. И разные вариации геймплея. То есть 2000-е они еще работали с тем, что тебе не давали просто один режим и прыгай как хочешь. Они сразу же вариацию вбрасывали на то, что ты будешь играть в эту игрушку долго, а не там пару лет, и потом переключишься на что-то другое. Да. Конечно, для начала можно играть в компанию. Я достаточно быстро перешел на реализм, потому что там... собирались люди, которые действительно играли в этот Left 4 Dead, и с ними было интересно играть, потому что они придерживались тактики, что ты что компания бегает кучкой, там максимум делится по два, прикрывает друг друга и все дела, и как бы ты один не убежишь в какой-нибудь темный угол, чтобы тебя схватила какая-нибудь тварь.
И потом вся команда там втроем, вдвоем добегала до какого-нибудь темного чулана, чтобы тебя спасти. Нет, такого не было, как бы, и в этом состоял весь кайф игры, когда ты чувствовал, что у тебя настоящий кооператив. В этом смысле. Сражения я тут не помню, чтобы я часто играл. Я скорее вот прошел на реализме все карты, и на этом, по-моему, я остановился в свое время. Сражение — это то, что место особых выживших может взять какой-нибудь мутант. Это то же самое, только без подсветки. Выживание — это, походу, просто волны на тебя закидываются. Нужно как можно дольше настреляться. Это, собственно, то же самое, только с друзьями. Это я не знаю. Походу, это так, что-то из разряда этого, только плюс раунды. В общем, так. Как мне кажется, игра жива, и я, наверное, с удовольствием бы прошел бы пару кампаний с кем-нибудь. Вот, начиная от вымершего центра, там, вот, первую, точнее, скорее, в начале первую. Первый Left 4 Dead, который они внедрили отдельным, ну, то есть, после того, как разорвали отношения с Turtle Rock. Или как это можно сказать, я, наверное, сейчас путаюсь в показаниях. Ну, короче, это карта первого Left 4 Dead, а это карта второго Left 4 Dead. И здесь еще добавлена кампания, совершенно недавно взятая из фанатских схронов. И играть, короче. Да. Ладно. Все получилось очень спонтанно, но тем оно и здорово. Так что вы сами видели, играть весело, играть трудно, играть нужно кооперативно, и, собственно, давайте встречаться и пробовать наши силы, если кто хочет. Ну, присоединяйтесь к нашему Discord-серверу, там найдете людей, и будет весело. Ну, а, собственно, лайки, подписки, шары, донаты, что-то там, комменты, все, что в ваших силах. И на сегодня, пожалуй, все. Adios, amigos. Но пасаран. Спасибо, что были со мной.